Honda двигалась по Терешковой со стороны центра. Водитель «Шевроле» совершал левый поворот после спуска с моста через улицу Шевченко. По его словам, стремясь проехать перекресток первым, правее его автомобиля такой же маневр собирался выполнить ВАЗ-11 модели. Стоял на перекрестке для разворота бокового. 11-я справа стояла, она дернулась. Я тоже с ней дернулся. Дилан остановился, а я пошел. Выехав на встречную полосу, «Шевроле» получил удар в правую сторону от «Хонды», женщина-водитель которой не ожидала появления препятствия на главной дороге и не успела среагировать. Вместе с ней в салоне находились двое детей. Все были пристегнуты и потому отделались лишь испугом. Дети целые? Да, все нормально. Просто машины разбиты все. Пострадавшие в этом ДТП все же есть. Легкую травму получила женщина-пассажирка «Шевроле». В результате столкновения автомобиль оказался на разделительной полосе и сбил дорожный знак. После осмотра медиками скорой помощи было принято решение об оказании ей помощи в лечебном учреждении. Все обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ГИБДД. Виталий Дерябин, Семен Воробьев, Новости дня.